Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас сегодня снова моды на игру ГДС Соседа, которые присылают подписчики или просто гости канала. Это обновление ремастера от игры Ченда ГДС Соседа 2. Давайте включим музыку. И нас благодарят ютуберов меня, Sunrise Play и Andrew Sam, конечно же. Добавлены новые эпизоды. Об изменениях на тех эпизодах, которые уже есть, не говорится, видимо, их и нет. И я уже это видел, да, я предлагаю посмотреть на то, как красиво появляются уровни. Прикольно уровни появляются. Давайте посмотрим, есть ли изменения. Ну это вроде было. Короче, в описании этого мода было сказано, что все уровни, три новых уровня, все проходимые, как и другие, но очень сложные, и меня уже это пугает, если честно. А, стоп, сюда нужно. Говорит, что прохождение мода минут 40 займет. И это реально пугает меня что-то. Сразу говорю, если где-то я не разберусь, не сердитесь, пожалуйста. Потому что в позапрошлых выпусках по этому моду я не знал, как пройти уровень, один из уровней. И до сих пор не знаю, как там... Тут, точнее, я не знаю, как там пакость выполнить одну. Так, чтобы сосед не поймал. Мне пытались в комментариях объяснить, но там так объяснили, что я все равно не понял. Ладно, тут все понятно, тут ничего нового нет. Вот этот уровень я не смог пройти. Потому что вот здесь мешает вот это, понимаете, или камень вот этот. И не успеваешь краба положить, и не успеваешь грабли сделать. Если краба, может быть, еще можно успеть положить, то вот грабли фиг успеешь. Потому что... Грабли не положишь, потому что... Так. А, комод. Не, ну пила это, я так понял. Вот это понятно. А, плавник, видимо, не надо. То есть получается, что пакость вот это и вот это. Или может я плавник где-то не нахожу. Но вот грабли-то я не могу же. Как грабли-то сделать? Сосед, он же недолго спит, я не успею добежать и грабли положить и водоросли на них сразу. И... когда он сюда в воду идет, тоже не успеваю я. Так что не понимаю я, как грабли тут делать. Ну и еще один. А этот не работает. По кому звучит гонг? Это у нас было или нет? Сейчас посмотрим. Да, по-моему, это было. Я что-то не помню, это было или нет. Вроде бы это было. А, погодите. Он сказал... Так, он сказал первые три... Один уровень на корабле, второй в Индии, второй в Мексике. Хорошо. То есть этот новый уровень еще вот здесь. Так, соседу... Если... Ну хорошо, давайте эти уровни пройдем. Если время останется, может и другие тоже перепройдем, так сказать.
Точно в яблочко. Сосед теперь хорошо и не скучно упозвал свою мамашу. Она видела сериалы, защищает своего дорогущего сына. Вот теперь Вуди будет набирать силы на миллиард. Ладно, хорошо. Как скажете, блин. Ох, ё-моё, ничего себе. Как тут все по-другому теперь. Ох. Автомат поместили туда же, где он в консольной версии был, кстати. Если время останется, может попробуем грабли положить еще раз. Может я разберусь, но что-то я не уверен. Все. Так, все шесть пакостей на месте, никуда ничего не делось. Просто мамашу поместили вниз с автоматом. А, еще сюда нельзя пройти. Зашибись. Теперь и правда будет сложно. Постоянно придется прятаться. И убегать от соседа. Ладно, по крайней мере, три жизни нам в помощь идут. Теперь ты владеешь всеми навыками игры. Удачи доставать соседа в Индии и Мексике. Больше помочь ничем не смогу. Бла-бла-бла-бла, я не дочитал. А, коробку с игрушками мы, по-моему, уже смотрели. Так, он куда пойдет? Сюда или нет? Или вниз? Туда. Вниз. Так что у нас есть возможность. Ну а дальше нам придется сидеть и ждать. А, нет, не придется. Блохастый коврик положить надо. Тут спрятаться еще негде. Мамаш проснется, что мне делать-то? Придется жизнь терять, что ли? Ну, вот клей этот я точно взять не успею, потому что я даже не могу вниз спуститься пока. Похоже, что одну жизнь придется потерять. Потому что деться нам некуда совершенно. Абсолютно некуда нам деться. Главное, чтобы нас туда, вниз не выкинуло. О, меня выкинуло туда, куда надо, хорошо.
Если бы выкинуло бы сюда вниз, это было бы плохо. Пришлось бы еще одну жизнь тратить. Так, а дальше придется ждать, пока он пойдет сюда. Давай, давай. Быстрее, пожалуйста. Я не хочу долго ждать. У нас еще два уровня впереди, между прочим. Ну да, статуэтки не дотянем уже, я думаю. Пик уже дотянем, потому что уже меньше половины, как видите. Да, не дотянули. Так, второй уровень. Это мамин дорогой сынок. Индия — вторая страна по карте. Кстати, теперь не будет скучать один на отдыхе с ним не у мама, а будет делать старания сильнее. Сильнее. Хорошо. Интересно, что тут новенького? Ну, видно, что вот кранчик вот здесь новенький, бармен ведерко нам не даст. Аренда кастрюли стоит денег. Кастрюли? Я думал, это ведро. Ой-ой-ой. Нет, стой. А, зашибись, мы тут не пройдем. Придется прятаться нам. Ой-ой, только не это. Беги! Давайте заново. Сразу терять жизнь, не сделать ни одной пакости, это плохо. Шезлонг с зонтиком. Это как-то странно немного. Шезлонг под... Шезлонг с навесом, вот это лучше. Сдвинули немного вот это, конечно. Сдвинул, точнее. Он же, Игорь, что-то один все делал. Четыре пакости всего. Монетка. Оу, беги. Там монетка. А, вот где крабы. А, вот зачем монетка. Чтобы ведро дал он мне. В аренду. Ой-ой, сейчас нам не поздоровится. А, нет, поздоровится. Ну, во-первых, вот так делаем.
Иди, пожалуйста, успей положить, успей положить. Ладно, одну жизнь потеряем, главное, успели все сделать. А, блин, нам надо двух достать крабов. А, может, бармену надо дать? Да. Мы дали ему... Мы дали ему монетку, которую он, наверное, потратил на бухло. Так и быть, поймаем еще одного краба. Надеюсь, успеем. Хотя я не уверен. Нет, я не успел. Не успею. Кабздец. Одна жизнь осталась, больше нигде нельзя рисковать. Я думал, что успею, но нет. Фиг-то я успею. Да не, не успею я, думаю. Рисковать дальше уже не буду. Тут прятаться негде, поэтому я просто нажму кнопку эту. Я думаю, что там анимация это не изменилась, так что ничего страшного, я думаю. Ну и последний уровень у нас в красивом месте называется. Ну и заключительное государство в этом отпуске, Мексика. Мама ходит по храмам, сосед посещает высокое место. И люди, и Вуди, ой, Вуди тоже любит Америку. Ладно, хорошо. О, Ольга на первом уровне есть, отлично. В оригинале-то не было ведь. Ой, кошмар. Я в жопе. Сюда нельзя уйти. Ладно, берем кинжалы. Ох, на этом уровне повозить, походу, придется. Уж нам придется только здесь быть, да, больше некуда. А, курение здесь. Там можно спрятаться, конечно. Почему тут портрет соседа висит? Непонятно немного. Обалдеть. Ладно, придется жизнь потерять. Что-то тут заморочка какая-то уже пошла. Деваться тут некуда. Ой-ой. Я опять в ловушке.
на походу. Ладно, у нас полно времени, чтобы открыть яму. По крайней мере, я так думаю. Но есть шанс, что мы сейчас опять попадемся, потому что сосед же сюда теперь пойдет в следующий раз. Ну, по крайней мере, мы пакости здесь успеем сделать. А может быть даже и внизу. Но не уверен. Уже не уверен. Не, не успеем. Я не смогу вниз спуститься теперь. Ладно, наверху хотя бы все сделали, уже хорошо. Эх, жалко, что мы оказались не там. Скорее, делай это, скорее. Беги, беги, скорее, пожалуйста. О, как я успел. Ой-ой. Придется делать так. Сосед же возвращаться будет наверх, так что ничего страшного. Смола исключается здесь. По крайней мере, я нигде тут не вижу смолу. И краску не вижу. Ну, получается, мы все сделали, мы прошли. Уже. Теперь остается только ждать. Фух, как хорошо, что я применил этот способ. Ходи туда-сюда. А в консольной версии так сделать нельзя. Не помню, можно ли это в мобильной версии так сделать. И не помню, можно ли это время в Neighbors Back From Hell сделать. По-моему, там можно было. Но в консольной версии точно нельзя, это я прям знаю. Что-то он совсем недолго спит. Да не дотянули за статуэтку, но главное прошли. Ладно, хорошо, давайте попробуем еще раз второй уровень, попробуем все сделать. Может, я что-то не понимаю, конечно. Но мне кажется, я не смогу. И что это за проход? Мне непонятно тоже.
отдельности еще что-то, наверное, придется делать. Стол. А что со столом, что делать? Со столом-то вроде ничего не делать. А, хлам. Что тут в хламе? Щипцы для барбекю. А, ну это краба, чтобы достать. Который здесь. Как я успею достать краба и положить его сразу сюда? Я же не смогу его... А, я... Да, я вспомнил, в чем дело. Я же не успею достать краба, пока сосед дрыхнет. И я не успею его достать, пока сосед тут находится. Давайте попробуем, конечно, но я не смогу это. Не смогу. Ну как это сделать? Как это сделать? Я не знаю. Не знаю. Ну хорошо. Закончили мы с этой версией. С новой демкой. Надеюсь, что скоро выйдет полная версия. Пора ставить оценку. Ну и, конечно же, плюсик. Неплохие уровни получились. Хотя действительно сложные и даже непонятные немного в некоторых местах. Что ж, ссылка на эту версию будет в описании. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.